Ввести понятие «индивидуальный контейнер» для индивидуальных жилых домов и дать возможность жителям складывать мусор в баке около дома, а не возить пакеты с ТКО на машине за сотни метров. С такой инициативой администрация предложила обратиться в правительство. Этот вопрос сотрудники ДГХ рассмотрели совместно с представителями городской думы и направили предложение поддержать инициативу в другие муниципальные образования региона. Все муниципальные образования согласились, за исключением Лыского, которые сказали, что они считают это преждевременным, мотивировали это тем, то, что если это будет в норму внесено, то как бы это будет носить обязательный характер, а не все жители с этим согласны могут оказаться, и не все жители согласны будут приобретать контейнеры. Это положение учли и прописали в проекте, что поставить индивидуальный контейнер у домов можно только в случае, если с такой инициативой выступят сами жильцы. То есть потребитель будет иметь право выбора – носить свой мусор на дальнее расстояние, либо складировать у дома. Цены на вывоз мусора будут отличаться. Совместно с администрацией дума будет готовить поправки в постановление и описывать модель, которую планируется ввести. Заключение направят в область, затем после всех процедур в правительство Российской Федерации. Также депутаты обсудили уличное освещение. В Сарове оно соответствует ГОСТам. Однако есть ряд перекрестков, где света не хватает. Нулевые точки, они всем известны. Все мы в городе живем. Начну, наверное, с проспекта Ленина. Потому что, вот, конечно, новые фонари, которые были заменены прежние, они как бы лучше и шире вот сейчас освещенность. Но тем не менее, вот возьмите, мы еще пока не дошли до Вечного огня. Вечный огонь. Пешеходные переходы, практически несвечные, которые через Александровича. Практически весь проспект Ленина, по словам Александра Косенкова, нуждается в корректировке освещения. Светлого фона, который должен быть на обочинах, на газонах, нет. Также корректировки требует система освещения на некоторых участках улиц Курчатовой, Павлика Морозова, Октябрьском проспекте и других. Депутаты вернутся к обсуждению этих вопросов. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров 24.